первенстве города-курорта по самбо приняли участие более 30 спортсменов. Борьба на татами развернулась нешуточно. Спортсмены выкладывались по полной. Среди участников – чемпионка мира Татьяна Селедкова. В спорт Татьяну родители привели в 9 лет. Кроме самбо, Таня занимается дзюдо и уже добилась высоких результатов в обоих видах спорта. Первое место на спартакиаде России по самбо и на спартакиаде по дзюдо России тоже третье место. Потом у меня второе место на Европе по самбо было, ну, до мира. На Кубке Европы в Турции третье место. Там две России, второе место по самбо. И вот этот 15-й год первое место по самбо на России и третье по дзюдо. Спорт – это не только медали и титулы. Это колоссальная работа над собой. Перед соревнованиями, если есть лишний вес, его надо сбрасывать, если ты желаешь в этой весовой категории бороться. И приходится сидеть на диетах. Большую роль в судьбе спортсмена играют такие качества, как воля к победе и уверенность в себе. Во всем, мне кажется, в виде спорта тяжело добиваться. Но упорные тренировки, старания, усердие, проявление характера, воля к победе помогает это все. Татьяна – девушка скромная, несмотря на громкие титулы и победы, которым может позавидовать любой спортсмен. Судя по количеству юных самбисток, этот непростой вид спорта набирает популярность и у нежной половины человечества. Победители соревнований представят наш город на первенстве Краснодарского края.